Ну что, ребят, я думаю, это будет уже последнее видео, которое я выпущу в этом году, так что увидимся с вами уже только в следующем. На самом деле, давайте я вам кратко опишу, что вообще у нас было за это время. В общем, по поводу этих собак, они у нас прожили где-то дней 10. Но так как Тафи у нас не особо с ними подружился, они там немножко конфликтовали, поэтому мы решили их, так скажем, расселить по разным комнатам. В общем, эти две собачки практически все время были в одном месте. То есть иногда, когда мы закрывали там Тафи, их выпускали, в общем-то, как тюремная прогулка у них была. Вот, конечно, было очень, на самом деле, дискомфортно, потому что они и писали на кровать, они запрыгивали сами там. То есть как бы им не разрешаешь, но они то ли не понимают, то ли не знают команд, скорее всего нет. Они прыгали, писали на кровать много раз. Короче, это был какой-то просто дурдом. И они еще такие суперактивные. Я уже отвыкла от таких собак. Я просто каждый раз смотрела на Тафи и думаю, господи, как я тебя люблю. Какой ты у нас спокойный, какой ты послушный. Было пару моментов, когда, допустим, Тафи хотел съесть их корм, начинал, ну, как бы, я ему говорила, нельзя, и у нас до сих пор, допустим, там миска, которую надо убрать, там лежит и парочку этих корминок, он даже к ним не подходит. То есть ему тогда я сказала, что нет, нельзя, и все. То есть собака все поняла. И потом он уже понимал, то есть когда мы их выпускали иногда, когда был Тафи, я ему прям так вот грозно говорила, что нельзя, и он прям вот вообще лежал, вот так вот не двигался, а это подходит прям ему на морду, говорю, садится, блин, и, короче, Тафи в таком шоке, что, конечно, он еще у нас не кастрированный, у него начинаются какие-то, может быть, позывы, да, и как бы не сказалось это хуже, да, чем могло бы быть. Ну, в общем, вроде все нормально, ставочка, все хорошо, собак уже отдали. Во-первых, у них была своя эта пеленка, куда они ходили в туалет, но как бы ходили, то есть как бы они и ходили туда, но и могли мимо. Иногда они писали на свою же как бы кровать, ну, у них такая типа как подушка была, они ее тоже всю прописали. Когда они выходили в коридор, они, значит, кто-то из них постоянно пытался на ковер присесть. Да, и еще они оказались какие-то жутко шумные, то есть они очень, особенно первое время, они постоянно что-то там лаяли, ну, без причины лаяли, вот просто, вот какой-то шорох, шум, вот лай-лай-лай. Думаешь, господи. Мы когда-то с Сашей хотели завести вот эту вот мальтийскую балонку, и мне она так нравится, то есть, ну, мне нравится, которые именно совсем подстрижены. Вот, и они такие вроде маленькие, да, и такие симпатичные, я так ее хотела, и я думаю, господи, слава богу, я ее не завела. Хотела еще сказать вам большое спасибо, это такой для меня подарок от вас, как раз к Новому году, у вас уже целых 15 тысяч на нашем канале, чему мы очень сильно рады, благодарим вас за то, что вы смотрите, подписывайтесь. Вот, и в общем, с Нового года я хочу снимать немножко в каком-то более новом, обновленном формате. То есть это будут, конечно, какие-то небольшие видео с озвучкой, потому что практически больше полугода у нас не было вообще озвучки. И многие ребята, которым очень нравилось, это не только дети на самом деле. Вот, поэтому озвучку все-таки я потихонечку возвращаю, но не будет прям очень часто. Но вот такие вот интересные, типа как наш холостяк. Кто не смотрел, посмотрите, я думаю, вам поднимет это видео настроение. Будет продолжение этих серий, ну, не так быстро, конечно. На самом деле, со следующего года я хочу снимать больше каких-то познавательных, полезных видео для тех, у кого уже есть собака, или для тех, кто хочет завести, потому что, на самом деле, очень много вопросов и много тем, которые, допустим, я хотела бы обсудить, осветить на канале. Я думаю, это будет не только интересно, но и также полезно, в первую очередь. Вот, так что всех с наступающим Новым годом. Увидимся уже в следующем году. И всех мы очень сильно любим и целуем. И с Новым годом! Тафи, лови. Молодец. Тафи, есть его не надо. Раз, два, три. Молодец. Опа. О, ты господи. Thank you.
О, ребят, только не уходите. Сейчас я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. А может, вы смотрите его уже в новом году. Всех вас, мои любимые, с новым 2019 годом. Пусть сбываются все ваши мечты и побольше вкусняшек в следующем году. А также передаю всем нашим зайчикам слюнявый привет! Не забывайте заглядывать в мой инстаграм, ссылка в описании под видео. Там мы выкладываем разные сторис, фото, видео, опросы, а также посты с приветами. Вот как сейчас. Где мы потом вам видео передаем приветики. Подарок, который мне подарили родители в канун Нового года. Всех любим, ваши Ника и Тафи.